Всем привет! Мы снова на раскопках. Вот, сдали металлолом и купили металлоискатель вот такой. Хороший. 20 тысяч стоит рублей. Обалдеть. Теперь решили не останавливаться и копать дальше. На что-нибудь еще полезное. Да? Да. Ладно, будем копать. Опять мы у железной дороги. Копаем хлам вот здесь в кустах. Все, будем показывать, что нашли интересно. Что-то плохо идет. Решили задобрить дедушку земляного. Вот. Сейчас монеточек сыпанем. Вот так вот, дедушка земляной, дай что-нибудь на обмен-то нам. Железо. Забыли мы что-то. Что-то плохо попадает. Да посмотрим, как работает. Вот так у нас там вот мешки чуть есть. Но маловато будет. Пойдем в другую сторону. Копали вот люк от чего-то. Ну, скорее всего, от танка. Везли танки по железной дороге, перевозили. Отвалился. Красивый. Ладно, дальше пошли. О, что-то там. Она? О, опять люк. Опять от танка, ёлы-палки. Вот костыль. О, сверху валял. Вот так крючок по чуть начинает ходить. Дедушку задобрили, сейчас попрет. Так, вот сигнал хороший. Прошел опять. Такая. Что там? На банку консервную. Справа. Пониже. Ух ты! Вот эта штучка! Ролик. Ролик. Вот это, ну-ка, еще там какой-то ролик есть. Не бомба? Ох, тяжеленькая штучка. Ну вот здесь и что находится. Подкладки вот такие, вот буковки такие, З, мы почему-то их называем С, вот такие, 1,8 кг весит одна. И вот такие вот костыли. Вот тут вот старые шпалы валяются, вот возле них все эти, этими буковками что-то. Тоже что-то там зацепляет. Так, ну вот, дедушка земляной нам дал все-таки чуть железо. Вот такой вот здесь трос кусок, вот здесь еще. И там у нас еще кусок длинный, 20 метров, наверное, трос. Как не трос, наверное. Вот такой же вот. Мы его сейчас покажем потом. Сейчас будем, там еще у нас чуть есть, погрузим, посмотрим, сколько получилось. Жарко очень копать. Копать надо или вечером, или утром. Да, коллега? Согласен. Ладно, копаем дальше. Вот такой трос у нас еще. О, ох, тяжелый, 20 кг только весит. Метров в нем тоже 20, наверное. Может, и побольше. Мы его в траве, под земли выдернули. Вот.
Так что вот грузим теперь мешки. Сейчас наша задача перекинуть это через железную дорогу, мотоблок и на склад. Вот инструмент копателей. Ладно, копаем. Так, ну вот, закончили мы сегодня раскопки, накопали вот столько вот металла. Ну что тут, вот эти самые зачетные штучки тяжелые, вот буковки, мы назовем буковки Z, ну почему-то у нас S. Ну вот столько вот накопали сегодня. Вот еще вот такой трос там откопали. Какие-то вот еще тут железочки всякие. В общем, вот так вот. Поедем сейчас домой. В общем, подписываемся на канал. Ставим. Вот так вот. А, нет, или вот так. Вот так ставим. До новых встреч. Копайте heavy metal.